В Мурманске стартует норвежская выставка весенней демисезонной верхней одежды от компании Orsa Group. Коллекции скандинавских брендов привезены в Мурманск из закрывшихся в Санкт-Петербурге магазинов. Почти все крупные сети норвежских магазинов верхней одежды покинули российский рынок, но товарный остаток с собой представители брендов не увезли. Он распродается со скидками по всем регионам страны на специализированных выставках. Из-за сложной сейчас ситуации в стране очень многие магазины европейские закрываются. Наша компания Orsa Group, она выкупает товарный остаток с этих магазинов, так как сами понимаете, что им товар девать некуда. На складе хранить дорого, за границу не вывезти. Что остается делать? То есть это отдать товар за бесценок. Наша компания выкупила этот товар и сейчас распродает его по всей территории России со скидками от 40 до 70%. Сейчас размеры от 38 до 74 размеров включительно, как на демисезон, так и на зиму. Да, из новинок у нас это облегченные кожаные куртки, натуральная телячья кожа, она обработана полифит маслами, не промокает, не продувает. Внутри подкладка полностью шелк, в ней будет комфортно, тело будет дышать. Также облегченные штормовки и ветровки. Это немецкая фирма Caprice. Идет полностью авиационный нейлон. Она не промокает. Внутри подкладка – это хлопок. Также тело будет дышать в ней. В разных расцветках, да и фасонах. Есть подлиннее, есть покороче. Также представлены финские и греческие дубленки. Их преимущество в том, что они двухсторонние. Подходят на температуры минус 10, плюс 10 градусов. Сверху идет тафтинг-овчина. Это хлопковая замша. Она обработана лазером, не промокает, не продувается. Внутри полностью шерсть мерина. Купила куртку, очень довольная, красивая, теплая. Куртку мы купили мне и мужу, мы довольны оба. Теплые, красивые, удобные, вообще просто очень хорошо. Только 5 дней с 8 по 12 мая, включительно с 10 до 21 норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена в Мурманске по адресу Кольский, 134, торгово-развлекательный центр «Форум», первый этаж, главный вход, павильон бывшего магазина белорусской косметики. Ориентир – воздушные шары.